конкурс «Дети читают стихи». Меня зовут Кирилл Миронов. Мне 5 лет. Стихотворение называется «Откуда приходит Новый год?» Написал Андрей Усачев. Новый год слетает с неба или из лесу идет? Или из сугроба снега к нам приходит Новый год? Он, наверное, жил снежинкой на какой-нибудь звезде. Или прятался пушинкой у мороза в бороде. Спать за лесом в холодильник или к белочке в дупло. Или в старенький будильник он забрался под стекло. Но всегда бывает чудо. На часах 12 бьет и неведомо откуда к нам приходит Новый год.